Так. Я еще эту игру и последний раз играл года 3 назад или 4. Да не, нормальная тема. Там единственное, что с баллон файтом, ну, парево большое, а так нормально. Мне больше парило с рестлингом. Балун файт-то я в детстве любил. Привет, ребятишки! Привет, ребятишки. Девчонки и какие девчонки? Пири-пири-пи-пи! Мальчишки и дядьки. Минстром, ты сегодня не очень. Ты сегодня не очень. Я уже сегодня уже 2 раза был очень, мне хватило, ну ладно. Ну ты же не Мильстром, ёп. А вот он сегодня не очень. Да, звук игры сразу говорите, как вам? Тихо, громко, никак. Должно быть всех слышно нормально, прям абсолютно. Четенько должно быть, четенько, ты согласен со мной. Наверное. В 1985 году Nintendo Entertainment System была создана. Режиссер Дэдбу. Она принесла много радости людям по всему миру. Но один персонаж из игры на DS никогда не получил шанса рассказать свою историю. Композитор Алан Сильвестри. До этого момента. Сейчас надо утку застрелить. Где утка? На! Убивай На! утку. Все, застрелили уток. Какой ужас. Продюсер Джон Карпентер. Одно управление нету, ладно, хрен с ним. Погнали, от Боба с Биг Адвенчер. Сценарий Аарон Ароновски. Кто? Даррен Ароновски, кто, блин? Ох, кому-то надавали. По больному месту. Ступай, Антон Вольф, тебя никто не держит, ступай. Классная игра. И реальная перегрузка. Да. Упала слеза. Миссия один. Это отец, это отец. Миссия один. Так, надо вспомнить, как в нее играть. Я 3 года назад меня последний раз играл. Спасибо, что написали. Можно бить и пинать. Но мы будем пинать, конечно. Пинать круче, чем бить. И еще крестик не забывай. Вперед, назад. Ай-яй-яй, какой жесткий. Я забыл, какой жесткий Double Dragon. Какой перемяс. В печень бей, по лицу и в печень. Этому чуваку походу нравится там стоять около стены. Ой, я только что споткнулся. Слушай, а где надо смотреть, чтобы было без задержки? На ютубе. Я на ютубе смотрю. На ютубе задержка большая. Тогда на хитбокс. Не знаю, ну туда на хитбоксе. На ютубе хотя бы очень идет стабильно, то есть. На ютубе очень идет, я понял. На ютубе хорошо, там есть выбор качества. Бочка исчезла. Ой, подкрепились. Повер-ап, покушали. Вот это ядпо. Ну, раз это ядпо. Вот так оно это. Там ядло. Ой-ой-ой. Вот этого чувака надо сбить. А это же... Это откуда? Таргет Ренегат, чувачок? Я уже не помню, что тут вообще делать-то. Это надо башку отрывать и есть. Вот как ты так делаешь. Вот тут нормально. Чутенько. Что тут делать? Тут надо месить. Да, понятно. Понял, да, уже? Да. Я понял, ты. Вот это он из КТБ. Откуда этот парень, кстати? Что же знакомый чувачок? А! На! Это, о, треснул с перударом. Донки Канг. В этого пацана. Пожрал? Норм? А, это кит. Это кит какой-то. Да блин, меня мутузит на первом уровне.
Что-то ты, по-моему, не очень. Да я тебе говорю, я в него 3 года не играл. Да и что? А ты на Зельде, ты помнишь, что идет? Ну я тебе подскажу, если ты. Ну, Рейдж. Я на Зельде... Ты про что именно? Ну... Ну, вообще, Зельде. Я не успел-то чувака взять. Вот я, ну... Можно хоть ресет делать. Ход ресет? Ход ресет делайте. Делайте ход ресет, но не перейдите. И все, оно будет нормально. Иди от бочки, отойди от бочки, не трогай бочку, и меня тоже не бей. О, за ничего вышло у нее. А это вот дитятка, да? Что происходит вообще? Этот урод. На. Кто еще? Жабам нет, тут жабок не будет. Шпионы тут налетают. Бери боточку. Плохая игра без жаб. Без жабок плохая игра? Че это будет? Ну, любая игра должна быть похожа. Где Судакунио? Это кто тебе такое сказал? Все говорят. Ой, черт, теперь надо бочку мочить. Он чат, у чата спросить. Бородатая бочка. Чат спрашивают, что там про жабок? О, спай. Отличный враг. Шпион. Шпионы. Отличный это враг, игра. Лучший. А это из Никетсу, да? Еще второй шпион пришел. Че-то у тебя задержка больше, чем у меня. Да? Ну, да. Так вышло. Так, ладно, надо аккуратно. Я на это не смотрю. Потому что я сейчас отмутузит просто до смерти. Че тут эта бочка, я нигде ни в какой игре не видел. О, да это просто, всё, это подобрали просто бочка. Это просто бочка. Ура. Бочка специально для этой игры? Все, взорвали трупака. Теперь все хорошо. Разорвал трупака. Теперь это все тип-топ. Теперь это все нормально. Женщину бей первую женщину. Конечно. Женщина в первую очередь. Правила гласят, что нужно сначала насиловать детей, а потом убивать женщин. Есть стариков. Ну, это все, все правильно. Заглянем, все заглянем на секретные мероприятия. Он и женщина. Очень интересное. Женщин тоже можно есть, да. Главное, детей насилуй сначала. Вот так. Есть философ. Неплохо. По-моему, у тебя с лицом напутано, тебе не кажется? Ну, так еще бы. На ХП мы посмотри. О, господи. Я понять не имею, как-то чувака убивать. О, нормальная пати тут. Нормальная пати. Вот это вот реальная пати. Это, кстати, не является некой отсылкой на Hard Corps, когда там тоже поднимаешься? Это является отсылкой к БДСМу, тебе не кажется? Сейчас меня убьют. ХХК не было. Блин, он меня убьет. А вот и Гамагей первый. Да, причем его скинуть не очень тяжело, потому что он откатывается после того, как падает. То есть надо как-то его подлавливать специально. На это. А что, чем он машет? Пулеметом вручную он тебя бьет, да? Да. Ну, по-моему, имбецил, тебе не кажется? Я бы тебя просто стрелял бы как бы. У меня уж у него патронов нет. Подранов? Подранов, может. Ну, подранов. Может, и подранов тоже нет. Да, надо его на конвейерный линь ловить, я думаю. Надо его казнить. Ты его просто бей ногой, рукой и по печени. Тебе нужно был тут рейдж накопить на самом-то деле, и ты бы его быстро вычеркнул. Ну, да. Действительно. Ну, ты сфуфлил, в общем-то, я понял, да? Все, скинул я его. Четко. Скинул, да? Ну, ты молодец. Четенько. Ну-ка, насколько у меня задержка? Ну-ка. Ой-ой. Так нереально, смотри. А, ё-моё, ага, хер там. Он хочет, чтобы я его еще раз скинул. У него какие-то реактивные штаны оказались надеты. Да? Да. Слушай, а у Абобо это брови большие или что это? Или это броня глазная знаменитая? Это у него такие, видимо, веки. Это у него мускулистые брови. Да. Накачанные, да? А уши да. Можно накачивать, как видите? Ну видишь, они накачаны. Если мышцы есть, значит их можно накачать. На ушах, да? То есть знаменитые накачанные уши. У него ушей вообще не видно, по-моему. А Бобби-то? Ну что, просто они накачаны. Когда он брови качал, у него уши наоборот. Да, мы скушаем. У него уши наоборот, да? Что ты за херню, наркоман, несешь? Мне и нужен уши, телефон уши твоего... О, обратите внимание, это из контры. Трактор приехал. Ладно, пусть Бушут комментирует, что сейчас происходит. Не, у меня просто, наверное, задержка лютая, да? Ну, сейчас вот я вижу, все равно лучше получится прокомментировать. Да? Ну давай. Слушай, просто сейчас парашка, пришлось что-то съесть, да? Вот так вот. Угу. Все. Пора кушать здоровую еду.
Согласен с тобой полностью. Сначала нужно пробздеться материально, а потом это... Ага, вот так даже, да? Отлично. Отличный способ капитуляции. Мне очень нравится. Зачем ты медуз съешь? Чтобы плевать. Раевский, по-моему, сегодня рот с мылом нужно помыть. Бомбящим пуканом он смылся в парашу. Такого да. Нельзя говорить. Так, это, вот это, очень интересное у нас место. Тут мы можем находим русалочку, и мы можем с ней сделать несколько вещей. Ребят, это не конгруентно. Вот с русалочкой ты должен реальные вещи сделать. Нужно, вот, чтобы муталиск вышел. Давай сделаем мута-абобу. Можешь? Он там будет... мута-абобу. Варианты сожрать, избить, набуревать и... Мейт. Самый интересный вариант. Давайте сделаем абобу. Давайте абобу. Здесь нет других вариантов, кроме четвертого, мне кажется. Ну, конечно. Есть. Мейт нужно сделать. Короче, нужно, чтобы родился абобу-выблюдок. Он такой смешной, он все время говорит kill me. Это так смешно. Ну все же. Зато слева неплохо выглядит. Довольный. Давайте, ребят, мы все уже написали, что делать. Ох ты, какой у нас повераб-то. Нормально вышло, нормально. Чётенько, мне понравилось. Бум-чика-бу-бу-чика-бу-бу-бу-бу. Ой-ой-ой, вот kill оно, me, kill вот me, оно kill место-то. Me. Замечательное. Ниндзя Туртлис. Ага. Вот, kill me. Меня бьёт током. Бумчика, прям как черепашка. Ностальжи! Ура! Кривота, как прямо в детстве. О, черт, дети подыхают, к сожалению. Слушайте, ребята, мы популярны безбожно просто. Одноразовые дети, да? Ну, да. Те самые, которые противозачаточные дети, знаменитые. Бубльман, ты что тут забыл? Что ты делаешь? Не забудь рейдж применить. Кирпич. Да, ну ладно, применим рейдж на нем. Пошел. Ой, это же эти скумбриты знаменитые. Тебя, кстати, охраняет сейчас единственный даун, который, по крайней мере, по версии Бушрут. Все, разобрались. Вообще неплохо было бы на каждом уровне рейдж показывать. Он тут на каждом уровне разный. Да, согласен с тобой. На первом его тяжело накопить, на самом деле. То есть нам нужно вообще ничего не применять. Легко накопить, ты просто занубил там и все. Ну, окей, я напоминаю, я в эту игру не играл 3 года. Это никого не интересует. Ты же понимаешь. Нужно тасчить. О, Карнов. Я же забыл даже, что он тут есть. Это же Бубльгум! Карнов. Это же Карнов. Бум-бум-бум, чика-бум-бум. Которого все считают зачем-то русским, но он нихера русским не является. Даже близко. Какого хрена он под водой? Ты про что? Про Карнова. Какого Карнова? Он, вот который плавает. Понял тебя. По лицу ему, по печени. Да, играть что-то опять тормозить начинает. По сиськам, с ноги! А ну-ка, тут можно в настройках флешплеера кое-что сделать? Да, прям сейчас. Флешки любят тормозить. Ничего нельзя сделать. Ладно, хер с ним. Ну и 4 года, да, я уже не знаю. Аккуратное ускорение. Да? Физикс, подключи знаменитый. Все. Кирдык Карнова. Ух ты, ты еще живая. Мамаша, ну тогда я мамашу и съем. Давай мамашу мейт, да? Нормально будет. Мейт мама. Бумчика, бум-бум, бум-бум-бум-бум. Что, Карнов как-то не очень приятно катился. Ай-яй-яй, какие страшные челюсти.
Бабах. Тормоза задуманы. Отсылочка в настройке 2012-го. Это все кирпич, он запорот. Да чё он так тормозит? Потому что бум-чика-бум-бум. Все, вроде нормально пошла. Акулка, кстати, очень знакомая. Где она, ё-моё? Ух, какая. Ух, какой музончик сейчас играет. Акула здоровалась, да? А вот еще одна. Здравствуйте! А, мне сбили фулл рейдж только что. На, все, фаталити. Как вы думаете, а Боба веган? Ведь по-любому веган, да? Ну слушай, он тут голову школьниц ест. Какой он веган после этого? Ну, действительно, это я не учел. А ты наблюдательный сукин сын. По-моему, мне кажется, этой акуле и без того страшно. Засосано. Это мутант морского окуня, ну что понятно. Ох, сейчас будет лучшая игра на Нинтенде. Да. Которую никто не знает и на которую всем насрать. Согласен с тобой, Эдхэт. Рыба не животное, значит веган. Согласен с тобой полностью. Давайте посмотрим, что это замечательное. Что-то я думаю, что этот чувак может нам сделать. Я эту игру знаю, к примеру, у меня была. Ты знаешь, да, у тебя была? Да. А, так это Сити Рамбл, как же? Или, как она называется? Рамбл, как же, блин? Сити... Урбан, что-то там. Урбан, да, Урбан. Урбан Сити или Урбан, что-то такое. Урбан Сити, по-моему, да. Урбан, ну, короче, или Урбан Стрит. Там надо было выпнуть другого за это где-то. Тут ачивка есть, если долго на месте торчать. Ачивка, да, есть. Ну ладно, это, по-моему, надо на последнем экране делать. По лицу бей. Конечно. Урбан Чемпион, во! Точно. Тут у нас скидочки в магазине, на заднем фоне. Эдхилл, мы установили, что уши не отвалились, они перекачаны, так же, как и брови. Надбровные дуги накачаны так, что прям, ну, уже ты все понимаешь. А уши, они как бы уже как броня. А даже дырок не осталось. Бордель со скидкой? Бордель со скидкой. Вот так бы сказать. Да-да, дискаунт вроде. Кстати, там это падшие женщины висят синего цвета, фиолетового, пурпурного. Мне кажется, они затекли. Просто у них руки затекли, и поэтому они так просто. Ну, тоже неплохо. А вот там господин из Никетсу открыл рот. Трапезничает. У него сверху рот или глаза внизу? Где у него глаза и уши? Он сам не знает, он мучится из-за этого по жизни. То есть он кушать не может, да? Ну что сделай что-нибудь. Это причем это отдельный уровень, то есть это первый, это третий уровень. Ты что, киддеппингом занимаешься, скажи мне честно? Я жду, пока ачивка проедет. Ты не ответил на мой вопрос. Может, ты ее уже получил? Не-а. Уверен? Уверен, потому что... Видишь, ты меня настораживаешь. Ладно, пофиг. Это не мастер ран, в конце концов. Не ачивка ран. Да. Ребят, он меня игнорит. Конечно. Назад, вперед, назад, вперед. А. Даже так, да? Кстати, да. Хороший удар. А это у него усы или у него подбородок такой накачанный? У обоих были усы. Что за френдшип такой? Что за хрень? Тут же не было френдшипа. Здесь было фаталити, очень кровавое. Видимо, зацензурили. Oh, yeah. А френдшип это Джонни Кейдж, знаменитый. Ты че? Это Джонни Кейдж френдшип. Ну, понятно, но там должен был быть фаталити. Или это рандомно дается? Я не знаю. Ну вот, в общем, теперь мы видим, куда мы попали. Попали на большой летающий корабль. Космический. Да, сейчас будет зелье. Может и летающий корабль. А. Форма-то у него. Вот это вот самый нудный, кстати, Да, это Боба, самый долгий уровень. А я вот еще, ну, баллон файт более-менее сложный, там можно запариться. А вот это вот долгая фигня.
Прям реально идиота, да. Да, ну тут босс крутой зато. Ну у тебя два фаталити. А это потому что там колты без хит-тыка. Тебе не дамажили, ты, в общем-то, их просто валил, и поэтому ты сделал фаталити. А этот, по большей части, по лицу получал и... У него прям... Теперь Абоба Линк. Там, кстати, тебя будет чувак проклинать потом. Ну, который тебе даст это ружье. I hate you, он пишет. О, нашел карту. Можем видеть теперь, как выглядит этот... Что это действительно ничто иное, как космический корабль. Ракета. Ракета. Аня. Чоко Кис. Знаменитый Чоко Кис. Обратите внимание, что в этой капельке есть дырочка небольшая там внизу. Заметили, да? А ты, кстати, на рейже можешь так вот гонять, да? Угу. Однако, тут, походу, что-то надо ломать, и у меня ничего... А, нет, какой ну, ломать? Что тебе надо ломать? Тут все это тупик. Тупое. Да, это тупое. Я на карту смотрю просто. Ну, обратите внимание, в виде чего карта-то? Ну, уже поняли, да? Да, в виде ракеты. В виде ракеты, да. Мы летим на ней. Куда-то... Ты сейчас, кстати, в левой части, производительная часть ракеты. Да. Тебе нужно, чтобы... Чё, куда ты пошел-то? Вниз иди. Куда? Ты нижний там дверь... Нижний правый угол в той комнате. Ты лестница пропустил. Лестница спрятана. Я спрошу поэтому, есть там что-нибудь или нет. Ты говоришь, так там ничего нет. Я же тебе говорю, куда ты пошел. Да, там уже подвал был. Я тебе говорю, я не играл, ты был 3,5 года. Или 4. Да, Чего ты уже определись с датой, то 3, то 2, давай уже точную дату. Вот Дэйв Мей пишет 4 вообще, я 4, не знаю, да? Давно. Потому никто я не определился. Помню. Я помню, по-моему, нам кто-то лукавит, ребятишки. Вам так не кажется? Конечно. Не слушай, говорит Бушрута. Да как не слушай, я ему правду говорю, что делать. Я помню, что делать. Какой тут блок надо толкать? Или надо посерединке встать, чтобы он обратно откатывался. Я слушаю тебя, Мель, в какую ту? Вон в нижнем правом углу. Где 4 кубика? Да. Да, где 4 кубика. Там посерединке встаешь, они сдвигаются, и когда они сдвигаются, они тебе проход открывают. Все понятно. Не, Мельстром это мой негласный союзник, между прочим. Ха-ха-ха, вот этого не знали, да? Ха-ха-ха. Это мы представляем с собой группировку аутсайдеров. Только задумал подсыпать мне яда, а у меня уже готов ответ. И никому не покажется мало, и вот вам всем мой совет. Не эта комната, разве? Ты опять ушел? Да ё-моё! Комната с блоками. Дорогой кирпич. Где комната с блоками? Вот там, где, короче... Где рыбы? Где рыбьи рожи или чё? Послушай меня, на тебя когда сдвигаются два блока, сверху и снизу, видел, да? Шипастые, да. Вот внизу, когда эти два блока... Нельзя было сказать, блоки, где комнаты с шипастыми блоками, и всё. Я, по-моему, по-русски сказал да, именно конечно, это. Вы все сказали прям так. Вы сейчас все будете утрешивать, вы так сказали. Ребята, я не подтверждаю. Подтверждаешь? Я не утверждаю, что я сказал с шипами. Я подтверждаю, что никто так не говорил. Ах вы, блядь, предатели. Кирпич, убирай их. Они это. Они, в общем, неправду говорят. Они тебя дезинформируют. Ну, наконец-то. Спасибо. Все, решил проблему. О, молодец. Молодец. Во, ну вот что, сохраняем время, еще не бродить 2 часа. Да какое время? Вот нудизма. Ну, я говорю. Полностью с тобой, мистером, согласен. Вот прям вот после этого никогда ферстрана больше не хочется делать. Когда говоришь, что игру не знаешь. Семейство Карповых. Лещ, ёпт, по тебе плачет. Взять ты лыжи, обмены сейчас там. Согласен с тобой полностью, Раевский. Какие-то блоки надо двигать, но они, по-моему, мерцают, их, по-моему, видно. Да там дальше надо. Все это, все в общем-то КД, тебе понятно стало. В общем, Чоко Кис это знаменитая капелька с дырочкой. Когда ты ее бьешь. А у Догмата настоящий попкорн, ну ты опасен.
Они обычно из нефти сделаны, Лен, ты все верно. Рейдж покажу, мель, будет еще миллион. Шугай, вот эти ребятки Шугай, вот ниндзя Шугай мне очень нравится. Миллион возможностей будет. О, о, я помню, тут ачивка, если он тебя накачает, и, ну да, пусть накачает. Покажу хоть это. Он на первом мне показал. В печку его. Ключик это ты потом возьмешь. Почему этот хрен похож на Смурфа? Знаменитый Смурф хрен? Да. Нет, это не он, это из Дикдуга. Это Дикдуг. Ну, это насосик, который качает. Пик-пик-пик-пик. Все, теперь вам кирдык. Он сейчас тебя накачает. Я не играл в Дикдуг. Ты что, в Дикдуг не играл? Да как я играл? Ты ни о чем. В Дикдуг не играл. Не, Дикдуг реально второй особенно, вообще нормальный. Ну, второй. Там второй я, в принципе, только в эмуле попадался мне. Сдвигание блока открывает дверь. Логично. Ну ладно, нет. Ладно, вот. На этой комнате покажу рейдж. А, только который у меня нихера не полный. Ладно, забьем. Покажу, короче, как только у меня наполнится. Просто я хочу на босса оставить. До начала стрима мы обсуждали игру как толерантную гомосексуализм и прочее. Вот, и вот после вот этого вы мне говорите, что она тут нетолерант к гомосексуализму, не намекает на это ничего, нет, нет, такого нет, да? Не дальше. Ну, это мы с кирпичом говорили, что там есть сцена любви, он говорит, да это же отеческая любовь, ну мы сейчас все посмотрим, какая это отеческая любовь. А, я не совсем понял, про что ты. Ну, вот сейчас рейдж смотрим. Ну, тут вот есть сцена. Кстати, а что там за трещина снизу? Козья, знаменитая. Не, я говорю, трещина в стене-то. Ну, я и говорю. А, ты как правильно спросил. Это когда он, это, когда у него полный рейдж, он ее может сломать. Но он ее применил уже в другой комнате. Угу. Когда я могу что сломать? Ну, трещина. Да, там трещина просто в стене была снизу. Вот там, где блоки были сдвигающиеся, там была трещина в стене. Снизу. А, подожди, ее просто так нельзя, что ли, разбить? Вот, мы просто так ударил и все. Да что-то я вообще слепошарый. Разучился играть. Не умеешь ты в Зельду играть. Наркоман. Да, не умею играть в игру, в которую никогда не играл, логично. Я тебя полностью поддерживаю, отвратительнейшая игра. А она вообще в нашем Руи-регионе-то ее и как таковой и не было. Ах, какой классный слоумо. Че-то Боба меньше, чем этот. Меня тут больше всего уматывает типок, когда ты сейчас мимо него пройдешь. Он пишет, ай, я подобрал ключик. Идем обратно. Надо еще не забывать, что я подбираю и куда мне идти. Ой, можно подумать, здесь столько итемов, чтобы их не забывать. Да, конечно. Плот взял, ключ. Уже два. Тебе нужна мясная ножка, понял? Это я знаю. Но она там дальше будет у нас. Да. Это ключевой артефакт в игре. Да, конечно, в Зельде очень строгая разница между наличием полного ХП и наличием почти что полного ХП. Наличие полного ХП это имба. Да. А не имение полного ХП это... Говно. Да. Ну, это как-то вот эти хранения меня бесит как-то. Так это же эти, как их... О, нашли компас. Ну, игра-то была, где такие чуваки на ногах с дудкой вместо рта прыгали. Как их зовут? Дудл? Нет. Так, ключ-то я не взял, по-моему. Не, не взял ключ. Ты случайно не про это, не про Куберта говоришь? Куберт, да, Куберт, это Куберт. Да, это Куберты были. Да, Куберты. Ну, там такая игрушка, типа, надо было скатывать вниз. Ну... Ну, типа, это... Иконного жанра, все. Старый чувак ненавидит... Да. Ну, конечно же, мы его ударим. Потому что... И он тебя будет проклинать. I hate you. Мы можем его бить, и постоянно будет крестик высвечиваться. Ну-ка, ну в огонь можно наступить. Напишите название игры про толерантность. На огонь нельзя наступить. Так бивший сегодня говорил про какую-то игру про толерантность. Вот эта игра официально не любит Бифа.
I hate you. Она использует его как оружие. Ой, я не... Я... Нет. Аккуратно взорвал бомбу. А есть ачивка за взрыв бомбы нескольких сразу? Биф. Нет, это типа Олдмен. Там старый пердун не любит бифа. Биф хороший. Я понял вообще юмористическую эту отсылку. Скелетон и Шугай. Что за Шугай? А как бомбочку зовут? Боб-Омбо зовут бомбочку. Боб-Омбо. Блин, конечно, хорошо бы ХП пополнить. Но эти чуваки, они... Хрен, конечно, их поймаешь, и хрен они еще дропнут. Сердечко. Да блин, как он меня сейчас задел? Там, кстати, в конце ракеты какое-то волнение. Волнение? Волнение, да. Красное волнение. Знаменитое красное волнение. Надо их убить, что-то мне подсказывает, что их надо убить. Так, обновлю-ка я, пожалуй, окошко, чтобы все было клево. Ничего не дали. Ну почему? Рейдж дают немножко. Да, я от него Рай... не раги? Урона. Мне кажется, это отсылка к слову рагу. Никакой это не рейдж, так что вы все путаете. Раги, да, действительно. Ну или рага. Рага. Все не так, мне кажется, мы заблуждаемся. Так. Хочу проверить задержку. Сейчас он идет, где шахматные такие кубики, да? А сейчас бассейн, ну все, мне все уже доелось. А сейчас бассейн, да? Угу. Как его забоюсь, так и сварилось. Предболельщик. Что-то не очень на флешку похоже. Ну... Гни в аду. А Боба. Блин, у меня опять задержка, что ли? Гни в аду? Гни в аду, да. Ну, знаменитый гни. Это, гни, как бы, да. Это глагол гни. Гноись. Давайте русским языком сейчас займемся. Ой, эту комнату прошел на no damage. Ой, смотрите, какая-то херь. Давайте ее убьем. Нормально. Слушайте, а я это... Предлагаю вам постримить упоротые флеш-игры. У меня это целая подборка, там Джонни Нэшвилл, например. Знаешь, упоротых флеш-игр, их 90%, наверное. Нет, это прям реально невменяемая херня. Вот реально. Все, теперь мы куском мяса стреляем. Это очень чат эффективное оружие. Чат до сих пор в этом самом... В стагнации от Педро. Педро? Ты не видел Педро? Который пьяный гонит, что ли, или что? Нет. Или который унитаз надо обоссать весь? Мой друг Педро называется. Игра. Я вот тут, ну, там, копаюсь по этим флешкам, вот я вижу реально, тут струя, короче, надо унитаз весь. Это, ну, короче, ты пьяный, тебя шатает, надо в унитаз попасть. Ну, есть замечательный... Я так увидел. Есть замечательная игра, называется «Не обострись в штаны». Текстовый квест, да. У тебя есть чувак, который хочет обосраться, тебе надо действия выполнять, чтобы он не обосрался в штаны. Да? Очень интересно, да. Причем у тебя секунд 40 всего есть. А вот еще, короче, это, нужно мышкой, короче, две руки, они катают козюльку. И вот надо мышкой, короче, крутить, чтобы козюлька накатывалась. Нормально тоже, слушай, игра. Вот, отлично. Что-то ты мне напомнил. Если, конечно, точно так выиграл. Где вы такие игры берете? Да. Еще он выстрел по диагонали, зачем? Какой-то дракон тут стоит. Мне как-то более адекватные игры попадались. Ну это понятно. Не, ну накатывание козюльки, по-моему, вполне себе жизненное. Жиза, да? Ты согласен? Или я что-то путаю? Мне попадалась игра, где надо играть за Буша, по-моему, или за какого-то... президента американского, не знаю, и продавать гамбургеры. Хотя, может, это и без президента было, и нет. Ну, вот еще отличная еще анимация, спанк называется. Короче, есть такой агрегат, чтобы лупить по попе в виде лопатки. И нужно, короче, месить булки так, чтобы они покраснели. Вот. А если ты увлекаешься, то булки до крови размешиваются. Как бы. Так интересно. Замечательно, мне тоже очень нравится.
Ой-ой-ой-ой-ой, ой, какая-то тупорная комната, которую... Вот, по-моему, он даже ачивка болезнь... есть. Даже если есть ачивка, эту комнату пройти без получения урона, по-моему. Потому что тут какой-то ад творится. Какие-то неуправляемые яйца с глазами, с ногами. Ну, если ты активируешь рейдж, то я думаю, без урона ты пройдешь. Ну да, но... Это Флури, Флури, Макфлури. Типа, безе, сбитый слишком. Так, что у нас дракон делает? О, господи, какой звук он издает. Ай-яй-яй. Ладно, будем аккуратно. Так, ребята, one shot, one kill в студии. Да, похуй. Да ё-моё. Всё, сдох. Слава богу. Ладно, хреново, конечно. Как обычно. Ну всё, хреново сегодня. Такие дела. Акваментус. Знаменитый Акваментус это был. Не задалось сегодня. Ну этот раз как не удалось. Колдовство. Чувак, не стреляй в меня своими шариками. Отлично. Все плохо. А, вот, Басецкий пошел. Ну, а, надо ломать эти хрени. У него несколько форм здесь. Давай. Да, я забыл уже даже совсем, что даже надо ломать эти хрени. Вообще ничего не помню. Сейчас у него на пол хп, он начнет дичать, короче, аккуратнее там. Блин! Ну все, сливалите. Сливалите, да? Да, вот у меня зажался, ты улетел. Не тащилите или сосалите, тут разные вещи бывают. Нагибалите. Все вместе. Впухалите. Все вместе. Не иначе. Чувак, слейся. Иди нафиг. Никого не призывай больше, иди нафиг, я сказал. Ну ты сейчас это, сейчас подожди, ты его сейчас раздраконишь, он тут дичать начнет. Эдгар Гэндальф красный. Отлично, возможно... я бил его сбоку, поэтому я умер. Потому знаменитый что портвейн Гэндальф. Игра заморозилась, и меня, как сказать, я... Чувак меня телефрагмом, грубо говоря. Нам-то ты не гони. Ну как, я тебя не гоню, сам смотри. Вижу. Это все отговорки жестокие. Все, сейчас я ему пару вопросов. Ага, порвёшь ты его. Пошёл нафиг с этими шариками. Ах ты козёл. Действительно, он тебе хочет уму-разуму научить, книжку дать почитать, а ты его метелишь за это. Я бы тоже оскорбился, знаете. Так я ему покушать несу. Да? Да. Так он же веган, тот самый знаменитый. Ну это его проблема. И поэтому он любит мясо, и поэтому тебя ваншотит. По-моему, сейчас жир стекает. О, мясом можно отбивать фаерболы. Разве это нелогично? Так, я всегда знал, я всегда так и делаю. Если летит фаербол, берешь мясо как бы. Мясо это очень мощное оружие. Такой вывод мы можем сделать. Кошелкин спрашивает. Всем привет. Будете играть в робот Unicorn Attack? Ну, уж не знаю. Я раньше думал, что робот Unicorn Attack, она только на всяких мобилках. Ничего себе ты. Я только вчера узнал, что она есть. Ничего себе ты. А я насчет мобилки вообще не слышал. То, что она там есть. Я на мобилках помню очень отличную игру Джонни Кэш. Охуенно. Где ему там пендали дают, как бы он летит. Чувак, смотри в стену, да, стой, смотри в стену. Вот тут очень надо аккуратно, эти штуки, по-моему, чуть ли не ваншотят. Вот эти волны, которые распускаются, надо очень осторожно от них уклоняться. Дедок-то, по-моему, ничего, такой стероидный. А как ты догадался, что от крестиков надо уклоняться?
От чего уклоняться? От крестиков? Ну, ну да, крестики вот на земле появляются, ну, от них. Я на самом деле сомневался. Угу. Долго, но все-таки рискнул. Это твое это нутро выживания в тебе взыграл вот этот инстинкт или, да, или опыт? Все вместе. По совокупности. Понял тебя. Просто есть Contra Hardcorps, такая игра называется. Угу, там есть босс, который тоже крестик на экране показывает. Угу, угу, угу. И если... Розы. Да, и если, кстати, не там, да, где находится крестик, то тогда, да, ты умрешь. Угу. И ты, значит, умудренный опытом решил сделать именно так, да? Мне показалось, как будто стрека заклинила. Поэтому я сомневался. Я понял тебя, я понял. Итак, что же мы? Нашли мы... Нашли мы кусок Трифорса. Трифорса? Да. Ого. Мидспин. Ему узнали, что он вкусный. Господи, какой нахер мидспин, что... Женщину будем мэтить? Нет, с женщиной не сложились отношения. Понял тебя. Он просто втащил Трифорс и все. Еще и сиранул по этому поводу. О, сейчас будет катсцена. Твоя... Это говорит Трифорс, а не Пайфорс. Это твоя самая катсцена, наверное. Твоя любимая. А, ну вот о чем я говорил, ребята. И что вы после этого скажете мне? Ну-ка. Ну только посмотрите на это. Но они же не поцеловались после этого. Да? То есть нормально, да? А пока не поцеловалась, нормально. А, по-моему, они тут сейчас решили в десна зарубиться, не по-детски. Вот, Эдхел, я тебе и говорю, что это стопроцентное вообще... Не буду говорить. Стопроцентная толерасти у нас на стриме. Не, ну это какой-то гидромен показал факу и в общем-то сказал, что все в говне. А Буба обиделся, конечно. Полетели. Угу. Ой, тут целая куча ачивок в этом уровне, блин. Я не помню ничего вообще. И уж тем более я не помню, как играть в Balloon Fight. А очень просто. Короче, нажимаешь на кнопочку много раз, он подлетает. Плюк-плюк-плюк-плюк-плюк. Шарики надо лопать посредством попы. Да, и надо в воду нырять еще. Не, в воду нельзя нырять. Что? Да блин! Пытался ударить одного, вылетел эта срань. Пошел нахер. Мне нравится его это, движение руками. Путь-путь-путь такой. Шарик, иди сюда. Иди сюда, шарик. Трилогор. А ты... Вообще. По-моему, помочь нечем, ребят. По-моему, стример фуфлит. И, блин, вообще, по-моему, у стримера руки из жопы растут. Не, ну это не так страшно, как фуфлить. Согласны? Но зато это очень хорошо способствует. Фуфлению? Да. Отлично. На. Отлично, отлично. А я его ударил. Как его победить? Смотрите, да, как я его ударил. Я ты его помнишь, ударил. Что делать-то? Да, видишь, я все сделал правильно. Я, нет, у меня тут, вообще все тут, через жопу. Тут все по-хитрому надо сделать. Все безнадежно. Белон! Да это шарик, блин, я не могу их подобрать, как этот шарик вонючий. Ну отлично. Ты это. Ты же сказал, что ты знаешь, что делать. Да, но это не значит, что я могу. Понял тебя. Пошел нахер, ты-то еще. Что ты тут забыл? Мне странно, ну зачем ты спалил контору? Все, отвали от меня. О-о-о.
опять не могу взять этот шарик. Лисячий обруч, кстати, зовут Лакиту. Первый раз слышу. Название какое-то было. А вот, кстати, настоящий парень мимо пролетал. Да. Что-то не везет на шарик. Ура! Да, по-моему, всё, это, full дело rage. Было, ребят, дело было не в бобине, вы в курсе, да, по пословице? Смертельная... смертельная земляничка или смертельная что? Кто нас тут знает? Чё? Смертельное что-то там. Босс. Чувак, иди! Боссом это... что-то с цветами связано. Может, его игру вообще нет, обновляли, нет, потому что я что-то вообще... Блум это цвет. Немножко это. Просто цветание, может быть. Цветение. Я вообще не в курсе, что тут сейчас происходит. Что происходит? Да. Это фуфла намутил какого-то. Немного. О. Снайперский... все, гейм-овер, отлично. Я одного не понял. Чё там парень из Executive Byte делал, короче? Чё он, куда он там улетел? Executive Byte? Ну, байк вот этот, который мимо там прогнал. Ну, пролетел маленько, да. Я просто назвал так Executive Byte. Кого-то там убивают. Давайте не фейлить. Ладно, хоть тут рыбы нет. Которая жрет, если близко к воде подлететь. Эх, как бы сейчас распилить Бабобу? Я правильно сказал все? Пошел вон. Дайте шарик. И так тяжело управлять. Так тяжело управлять шариком. Тяжело управлять шариком? Да. Стреляй, пятачок! Стреляй! Стреляй, пидорас! Молния бьет вверх. Угу. Что ли такое вообще? А это знаменитая молния, бьющая вверх. Мне кажется. Молния нарушает законы физики. Ну, молния вообще, в общем-то. Это шаровая. Шаровая? Угу. В смысле, как соединение шаровое или что? Да. Вот как я сейчас не попал по нему, я сейчас... А вам не кажется, что шаровые молнии до сих пор Никола Тесла запускает и угорает там? Нет. С утра дунул, в общем, и запускает. В гробу крутится и делает, да, шаровые он молнии. Он же коборг, вы что, не знали об этом? Отлично. Ну, спасибо. Давайте. Квадратик, а ты не заметил, что у тебя шарики недовольны совсем? Да, они недовольны. Они недовольны, как я тоже. Я тоже недоволен. Они отражают мое настроение. Да? То есть у тебя не очень, да? Лакиту завалили. Отлично. Это самое главное. Ура, ура! Я что-то у меня получается. Чудесно. Ты адаптировался, да? К этим горестям? Не, мне кажется, почти, ты врешь. Почти. Watch your feet. Ну, хорошие советы для детей. Толку вообще этого придурка бить, если у него не уменьшается хп? Да здесь до конца нужно долететь. Ты его напугать должен просто, и все. Чтобы тебя не докучал. Ну, понятно, что он до конца летит, я знаю. Everybody get lucky. Это же типа... это... Daft Punk. Чувак, иди отсюда! Да он еще на меня наводится! Он наводится на меня. Он наводится на тебя. Да. Ты очень наблюдательный. Отлично. Поналетелись. Вонючие какие-то тарелки. С красными яйцами. Посередине. По-моему, это что-то из Градиуса. Нет, звук вообще не из Градиуса. Яйца посередине? Да почему молния должна быть вбить обязательно в меня? Вот это прям 100%. Почему? Да потому что кроме тебя здесь некого убивать. Об этом ты никогда не думал. А, ну еще, конечно же, 90% здешних врагов убить нельзя вообще никак.
Нет, ты один тут враг. Инородное тело в энергосистеме. Тут еще это смерть будет. А это был Поппер, знаменитый Поппер. Замочил я его. Да ты газ. Теперь он считает очень быстро, отлично. Глаза истирали. А мне казалось, что это из Zombie Nation глаза. Угу, из Zombie Nation. Вот эта бабка из этого. Как называется? Значит, я думаю, что будет очень круто для стрима. Если я буду фейлить на этом уровне в самом конце и заново его переходить. Мне кажется, если команда Rape бабка будет выполнена, будет очень круто. Бабка. Зачем рейпать бабку? Ну или мейт бабка. Наша старая. Геронтофилия есть такой диагноз, слышал о нем? Фу. Мне кажется, Абоба страдает. За мной. Думаешь, сын у него в результате этих отношений появился? А он тут гомункул тот самый? Может и гомункул он, хрен его знает. Мне кажется, Абоба гермафродит, вот поэтому появляется и сын. Ладно, давайте убьем смерть, что ли. Почему нет, если мы можем? Это птичку-то завали. Это был Джустер. А, это чувак на птичке был Джустер. Блин! О, не задел. А, кстати, эту игрушку я не знаю, как это. Предложи этой женщине, вот этой синей Робби, выпить. Предложи ей. Мне кажется, не женщина, это мне кажется. Пожилая женщина. Пожилая? Ну да, она в годах, это точно. Бальзаковского возраста. Нет, Бальзаковского это 30-35. Все, не Поля Женя. Зойского скорее. Не за Зойского, да? Может быть. Понял тебя. Я не разбираюсь в этих эрах. Мне кажется, Мельстром очень хорошо разбирается в Поля Зои, Мезозои. Мельстром должен быть с ней знаком. А он пишет, он пили вчера, говорит. Все, спасибо, Биф. Место падения выбрано идеально. Тут какие-то нарики тут втыкают. Возле входа. Ты хорду рассчитал, что ли? Или экспоненту? Я просто полетел за ним. Он умнее, чем я. Сейчас будет замечательная отсылка к какому-то кривому рестлингу на Донде. Кастлвания, Юноид, Гремлин, Джейсон. Direction. Здесь еще какие-то секретные приемы, которые надо использовать. А этот скелет слева откуда был? Какой скелет? А там слева стоял. А. Который собаку замочил. Это я не понял. Там еще какая-то клизма была с глазами, тоже смешная. Ты про слайма, что ли? Отлично. Ну, вот сейчас просто какой-то петушку. Трэш будет твориться. Просто не пойми что. Вот просто будут бить друг друга. И, короче, конечно, тут надо долбировать по кнопочкам. Кирпичик, давай, ты умеешь. По-моему, Капитошка как раз это из РПГ. Знаменитый РПГ с Капитошкой. Кстати, я помню, это да. Dragon Quest? Да. Dragon Капитошка. Что-то я не обратил внимания. ФВА, что бы значила эта аббревиатура? О, все, я понял, что надо делать. Надо просто долбить обе кнопки одновременно. Нет, тебе надо его зажать, короче, и купировать его. Захват. А, ты слушай, а ты прям по кнопкам-то дублируешь, я слышу. Ты не врешь прям. Болеем за квадрата. Угу. Что происходит сейчас вообще? Да, у меня, кстати, тоже раздражал. Что просто так его нельзя побить. О, я могу просто бить кулаком. Отлично. Я только что сейчас об этом узнал. До этого он ничего не делал. Оператор еще избить. А, уже. Не, он меня перехватывает очень быстро. Что происходит? Я вот душу или что-то я должен еще сделать? Надо, наверное, вместе с кнопками направления нажимать захваты. Допустим, назад, там, вперед. О, я что-то сделал. Вот тут, кстати, рейдж получить очень сложно. Ну да, для этого надо не получать урон. Ну, я, кстати, делал такое, но это, конечно, уже когда я второй раз играл в это.
специально этот уровень выбирал, чтобы посмотреть, какой у него тут рейдж. Да, один раз получаешь урон, второй раз нет. Еще у всех, у обоих миллион хп. Тут бокс. Какой бокс? Рестлинг. Какая разница? На. Может, удастся выбить рейдж? Придется обществу. Не придется обществу. Ох, как смачно с прогиба. Общество, здравствуйте. Кто это? Это женщина. Это рабовой. Привет, женщине. Привет, женщина. Там кто-то смотрит «Спокойной ночи, малыши». Да, это я же говорю, он занимается киднеппингом, я его давно раскусил, он просто отмалчивается и все. По-моему... Ну и сколько на счету голов? Почему ты молчишь? О, отлично. Опасно, давай, опасно. Давай, выбью. Да блин, куда ты меня хватаешь? Отпусти. Не, рейдж теряется постепенно, когда урон получаешь. Ну, я тебе говорю, я его почти набрал. Нам, по-моему, если полностью набрать рейдж и сделать его, то там, по-моему, гарантированное уже убийство будет. Тем не менее, я вижу, по-моему, ты его просто месишь в кашу, нет? Ну, он пытается его, немного все. Тактикулить. Каша уже нарит. Там на полу, по-моему, все, я призываю. Шей. Мясо, каша, на-на-на-на. Сейчас будет настоящая каша. У тебя же уши накачаны, тебе вообще насрать. И брови. Тоже такие. Кто все эти люди? Ну, тот, что... Халк Хоган, да. Да, я Халк Хогана я узнал. Ты Хогана узнал? Не, это... Все наши ребята. Короче, смотри, слева это не Халк Хоган, это этот... Справа, снизу Халк Хоган. А, да, это Халк Хоган. Сверху, слева это этот, Рэнди Сэвидж, короче. Сверху, справа не понял кто, а снизу, слева... Тоже не понял кто. Не могилищик ли? Андертакер, ты имеешь в виду? Ну, да. Не, тот, да, тот, мне то, что кажется. В то время он всегда был в шляпе. Ну, его, по крайней мере, так представляли. Может, сняли. Это а Боярский, вот, да? Вот этот вот гомопед в юбке, ну это точно Боярский. В лучшие свои года. Почему он рыжий? Да, тоже вопрос. И почему без шляпы с очками? Ну потому что тогда он был рыжий. Почему у него нет усов? Не, у него есть усы, немного приглядись. Я вижу, что он как минимум... Да, это гробовщик, он сделал только что Том Стоун на гробе. Положил рученьки, да, это гробовщик. Ultimate Warrior, Юширу, правильно ты сказал? Правильно ты сказал, это Ultimate Warrior, да. По-моему, здесь Халк Хоган какой-то балет исполнит этот. Что-то музончик знакомый, не могу вспомнить, который сейчас. Из Вервольфа. А. Когда он поднимается, наверное, да? Воистину. Ультимативная способность. Даже воистину. Даже какие-то зрители после этого выжили. Победитель это я. Но в итоге ты уничтожил даже тех, кто себе помог его добить. Сейчас начинается моя любимая часть. Ну, в этой части я не должен уже лажать. Конечно. Да, только, естественно, здесь прыжок уже управлять нельзя. Ну, ладно, не будем. Чат же есть. Нет. Стыдно спросить, а что за крючок у него там на штанах? А, я понял. Понял. Пацаны обсуждают Мортис Рестерик. Да, отлично, это отлично, тут пушки у нас стреляют. Вот это была подстава, это было нечестно, я так не играю. Пиранья. О, утка-робот Гизма. Прикольно. Персонаж, кстати, такой матный. А, ну прыжок нельзя регулировать, я это тоже забыл еще раз. Еще раз забыл? Да, короче, даже на Мегамэне у меня не получится не лажать. Нужно придумать казнь этому стримеру.
я знаю отличный тайм. Это какую? Понять, простить. Барабулька, что ли? А, понять, простить. Я где-то слышал, что в Японии подсаживали этого, значит, ну, естественно, в тот самый проход семечко, которое росло. Да-да-да, я про такое слышал. Так. Что-то за дури какая-то. Что тебе надо? Предлагаю представить стримеру Акацию. Как вы, ребят, голосуем? Все. Это, кстати, вот этот дракончик тоже из Дюдуга был. Ну да, только он модифицированный, катающийся. Да? Такой, версия 3.0. Что за ксевью? Ай. Да хватит мне стрелять вонючими вирусами, которые не могу перепрыгнуть. Он тебя стреляет вонючими вирусами? Да. Здесь доктор Марио. Не только мели не было. Мегаменыча на этом. На Дэнди. У меня тоже не было среди тысячи игр. Ни одного. Ух, ё-моё. Я даже могу, я не могу с самого Пикмана пройти. Я Мегамана максимум видел на журнальчике, который X-то первый. Ты мало Мегамана играл, блин. Да, определенно. В последнее время. Да? А, так это же китайские мечи. Да. Дина Дроллер зовут этого пипка. Роллер. Блин, случайно нашел. Дроллер? Дроллер. Огонь убивать мегавыстрелом. Да, кстати, к вопросу о семечке и дереве, в общем-то, жоподереве. Что с плодами? Это будут джоуди, да? Или сочные плоды? Я сомневаюсь, что им именно туда плодоносные деревья. Плодоносные, да? То есть все-таки это кустарники в виде акации. Пикульки там. Хоть жизнь взял, хоть что-то я сделал хорошее. Мне кажется, будет актуально посадить шиповник. Это, ну, понимаете, да, шипы там. Али боярышник. Боярышник, мне кажется, лютеем. Шипики все-таки покрытие. Я был прав, это жедайские мечи. Модификацию узнал, модель, то есть. О, батл мастер. Бластер мастер. А, кстати, две версии. Одна бластер мастера, другая как называется. Не, кто там. Катайся стрелять. Чоу, Вакусей, Сен какой-то. Ну японская, по-японски называется. Ну как-то так там написано. А, но у меня на картридже было написано, типа, назад. Не, нормально, вот огоньком взял. Назад в будущее, а я была бы. Так вынес. Не пол ХП, а пол рейджа вынес. Отлично, вот полный рейдж был один раз, получил урон, и половины нету. Ну его быстро на работу все равно. Да, особенно на боссе, который я не помню. Ой, догматик. У тебя было лучшее детство. Знаешь, у меня была двухигровка. Тем более с управлением наоборот. Чикудейл 1 и гонки Найджел Мэнсел Чемпионшип Формула 1. Да что ты. А, я еще кнопки перепутал, отлично. Полгода. Ну, я полгода раскладывал эти игры по молекулам. Но Вайли тут не главный злодей, потому что его уже нет. Рабабо. Значит, главный злодей Сигма. Слушай, этот парень опасен. Нет, он не опасен. Он метнул дедушкой только что. Ну и что? Ну как что? Часто ли в тебя дедушками не ставят? Все, по паттерну будем валить. По паттерну?
А еще в моем лютом детстве большую роль сыграли игры фирмы American Laser Games. Mad Dog, Mad Dog 2, SWAT. Пошел нафиг. Что он в какую-то жижу превратился? А, ну пофиг, я ему снес хп. Ты любишь жижу? Вообще жижа субстанция универсальная. Во-первых, в слове две буквы Ж. Во-вторых, она отлично иллюстрирует правила жиши пиши с буквы И. И жаша пиши с буквы А, кстати, тоже знаменитое правило. Знаменитое правило. Угу. Это Миха Боба. Главное, чтобы он не был Голем Боба. Голем Боба? Ну, че я говорю, Дэвил Боба, который желтый это дьявол. Ты уж определись. А, дермодемон, что ли, блядь? Да бля. Пикалоид. Мне кажется, стримеру все-таки нужно Акацию. Акацию ему. Внутри вена. Жижа из Зен, подсказывает Догмат. Кстати, похож. Не, ну там-то жижка была такая. Ну такого. Возмужавшего такого вида. Подкачанного. Жижка с мускулами? Ну да, такая, ничего выглядел. Вот, стан был какой-то, статный стан жижки. Орлиный профиль. Орлиный фас, сказал бы я. Львиный рык и все такое. Ну и размножение с помощью яйцеклада. Ах да, вы в курсе, что у курочек есть яйцеклад? Механизм такой. Ну, то есть, у курицы у нее есть ресурс, который кончается. То есть у нее заряжен патронтаж, и она его когда выкладывает полностью, больше не может. Вот это я историю рассказал сейчас. Охренительная история. Жизненная. Познавательная. Все, пацана везут через джунгли. А теперь тоже должна быть часть, с которой ты должен справиться уж. Угу, конечно. Сегодня я совсем справляюсь. Билетик совсем взял? Подряд. На все руки, мастер. Мускулистый. Эррор. Мне кажется, а Боба, которым играешь ты, он актив. Откуда зомби, блин? Я никогда не видел в контре зомби? Нет. Ты что? Вся контре пишет зомби. Хотя нет. Если зовут раннерами, шарпшутерами. Хотя бы здесь легко накопить рейдж. Я бы даже сказал, очень легко. И очень легко случайно его использовать. Блин, когда он делается на зажатии двух кнопок одновременно. Токсика-то за что? Он же вообще не при делах был. Токсик Авенджер. Ну, он хотел... Меня, кстати, помыть, наверное, хотел. Вопрос на засыпку. Как звали желтый шарик друга Токсика? Это кто-то знает. Не, я трешак не хочу этот смотреть вообще. Отлично, я взял лазер. Главное, что я его взял. Токсик не бессмертный. Токсика можно убить с помощью чистящих средств.
Поэтому он сам их носит. У Токсика друг есть, шарик желтый. Типа колобка. Типа колобок. Да, типа колобок, только как бы не колобок. Да ё-моё. Наверное, кто-то лох. Что-то не тащу, надо конт слить. Все равно заново начинать. Тактический слив. Кстати, отлично, мне нравится, что пока вы не уязвимы, вы будете по дну яму прыгать. Ох, вы уроды, а. Блять. Влево, вправо, влево, вправо. Блин. Вверх, вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо. Б. Вверх, вверх, вниз, вниз. Ага. С, а ну, блин, я пытаюсь ввести код на обычном управлении, а тут управление через жопу. Не А, Б, а С, А, стрелки какие-то. Короче, пиздец. Управление надо вводить по клавиатурному. Не по олдскульному, а по клавиатурному. Ребят, вы хоть на йоту поняли, что несет этот наркоман? Он не знает, где находится Б, а где находится А. Нет, Б находится, где находится А находится, где находится С. Я так и думал. То есть С, тут все находится в С, в жопе все находится. А ты как, по ноздрям или внутривенно? Я никак. Ну ничего, семикратный чемпион мира и победитель Тур де Франс, в общем-то, тоже никому не говорил как. Сейчас меня долго будут стримать этим стримом. Ладно, еще раз попробуем код набрать. Стримать? Да. Зачем ты валишь Токсика, я не пойму. А зачем его оставлять живых? Зачем в Котре кого-то не убивать? Ну он же клёвый мучуган. Ну, Контра самая грустная игра, там все умирают. Даже кто же, даже кто выживет. Отличная пушка, мне она нравится. А, ректально. Все верно, ректально. Любишь, значит, резиновые подруги, да? Да, включаем музон из этого. Из кроссовера Мегамена с Хостен Холл. О, ты леммингами стреляешь? Да. Опять случайно нажал. В контре я привык зажимать стрельбу и прыгать, а здесь это вызывает супер удар. Я буду как Амколь, вместо того, чтобы проходить, буду искать повод пожаловаться на игру. Что вот здесь вот так, вот здесь у меня не нажалось. Господи, Робокоп, откуда тебя стрельба? Я же жал. Амколь просто делает замечание игре, ничего не понимает. А лемминги, кстати, у меня были на отдельном картридже. Знаете, а я не сразу вообще въехал, как в леммингах можно играть. Сейчас мы Робокопа с вертолета. На самых легких уровнях там все очень просто. Там тебе дают только один возможный инструмент. У меня были лемминги на PS1, но я так тоже не понял, как их играть. Ну там типа их протащить надо. Ну понятно, смысл-то. На Сешке есть первая часть, но вот есть еще и вторая. Вот как-нибудь вторую, по-моему, я попробую для прикола застримить. Но вот зараза только. Когда я в нее играю, она периодически бывает. Мне нравится такой спред. Корячит. На Сешке я обмазывался мегаломанией. А я его не хочу терять, то конечно же у меня вот. Да я вообще-то тоже обмазался мегаломанией. Я был бы не против, если бы мегаломанию можно было бы играть мультиплеерно. Слушай, а может быть заморочимся? Чтобы это сделать? Ну, мне кажется, мы это сюда недавно уже придумали. Просто я не рубануться, у меня мегаломания. Если ты найдешь. Вы имеете в виду факт? Ну, вообще, как где там? Там, где сравнивали, на Эмуттиме, где сравнивали как раз, какая мегаломания лучше, показывали, что на Снеске. Но мне почему-то вот... Не, мне кажется, Сеж, наверное, как-то порезче, я не знаю. Ну, мне она, к примеру, нравилась тем, что там, скажем, для того, чтобы... То есть все вот эти вот действия, они картинками сделаны. А там в основном описание текста были. Не, конечно, описание текста более понятное, но мне нравятся маленькие иконочки. И мне нравится там мощный музончик, хоть он всего лишь представляет из себя одну музыку. Потому что, кстати, спич более-менее разборчик там. Ну, правда, там рожа корявая.
Ну, это не без этого. Там предлагаю совет. Но айтинг, что. Ну, типа. Такой разборчивый был спич. Ну, вверх, вверх. Вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Влево, вправо, влево, вправо. Да вы упоролись. Ну давай, даже я это набирал, когда играл. Даже он это набирал. Я это. Я помню первый раз, когда заиграл в эту игру, я это набрал с первого раза. Но сейчас я. Прикольно. Сейчас у меня стрим лучший просто на свете. Просто этим стримом можно. Не знаю. Нет, этим стримом можно просто меня унижать, когда я начинаю выпендриваться, мне просто. Не, унижать мы тебя будем акацией, ты помнишь. Ну, это понимаешь, это уже как бы. Ничего страшного. Само по себе уже. Понял. Само собой разумеющееся. То есть вот я, когда буду выпендриваться теперь, мне будут это вспоминать, как я играю просто через жопу. Просто все, где все запарываю, где в чате все пишут, все ставят фейспалмы. Ну мы вот поняли тебя. Да не кручись, не кручись. Мы с тобой. Нет. Интересно, если ты L возьмешь, что это за оружие будет? Точнее, F. Так, это. Я просто слишком долго играл. Синхронизируем картинку. Что сейчас происходит? Я слишком долго играл на другой раскладке. Я не могу вести Konami код на внезапной другой раскладке. Мне играть на ней тяжело. Вы думаете, почему я так много вздыхаю? Потому что у меня управление не на VSD, а на стрелочках вонючих. Я играю не как на геймпадах нормальные люди играют. Левая рука на направлениях, а правая на действиях. У меня наоборот. У меня правая рука на направлениях, левая на действиях. То есть через жопу. Ну... Я не знаю, как так можно играть. А если коллеги, как-то играть, я не могу так играть. Коллеги, мне кажется, я вот сегодня так играл. Врет. Мне кажется, стример нагло врет. Так многие игры играются. Каков будет вердикт? Я говорю, что я очень долгое время именно на такой раскладке играл. Во все игры, где можно. Угу. Такую раскладку ставить. Угу. Не, я криворукий, базара нету, я просто лох. И да. Можете все меня унижать. И оскорблять. Потому что. Ну оскорбление это неприемлемо, конечно, а вот унижение. Средства как раз нужны. Так. В аркадах тоже направлены. Направление слева, кнопки справа. Я что-то слышу про это первый раз. И стрёмные огни. Рейнфорс заметил, что оскорблять глупо. То есть F просто огоньки. Да, третий шаг, отлично. Не, мне всегда казалось, что квадратыч играет на клавиатуре. Отлично, смотрите, я нажимал SA, то есть сначала кнопку, которая находится справа, потом кнопка, которая находится слева. А на самом геймпаде на картинке он сначала нажал кнопку, которая находится слева, потом нажал кнопку, которая находится справа. То есть наоборот. Я нажал кнопки в порядке слева направо, а он нажал справа налево. Это охереть как очевидно. Вот еще будете спрашивать, почему это не смог правильно ввести. По-моему. Но тогда нет. Ты ошибался с направлениями. Стример нас обманывает. Амкол, я поддерживаю тебя. Все верно, все время. Ну, тут палка была слева. Он Мель нашел этому объяснение. Зеркально же. Это, у меня есть другое объяснение. Через жопу называется. Отлично. Времени на реакцию нет. Ну, у меня теперь метод давно изучен, метод. У меня зато 9 жизней теперь. Круто, я теперь могу танковать как раз в моем стиле. Ты любишь танковать? Да, не уворачиваться, просто жать вперед и стрельбу. Ну, пока не пройдет тракторист игра. Это тракторист, кстати, Кирби там что-то запасал. Это жучок из контрейки. Верно. Жучок, ну личиночка. Ч
вообще там кто нарисовал? Мне нравится, что у меня есть лайфбар, который выносится с одного хика. Что, в принципе, логично, поскольку это контр, но лайфбар у меня все равно есть зачем-то. Как в других играх он был лайфбаром. Баллон файт, там тоже два удара, но у тебя все равно был цельный. Пользуясь случаем, хочу процитировать несколько строчек из сочинения третьего класса «Мальчик». Очень интересно. Можно, да? Да. Значит, в чаще леса вскрылся лось. Лось ест траву и ветки. Он любит соль, лось сильный зверь. Спасибо. Прозвучал как хок. Что вы, разве вы не поняли смысла? Вскрылся лось. Куни уже другого смысла быть не может. Он любит траву и ветки. Куни уже в третий раз затесался. А еще он любит соль. Лось сильный. Кстати, это не контровские кирпичи, они должны еще отпрыгивать от каждой платформы. И их нельзя уничтожать. А вот этот мальчуган тоже знаком мне. Adventure Island. Опять случайно нажал. Спасибо. А вот тут, кстати, фигня из этого, из... как его? Little Samson. С черепами катая? Ну да. Ну она, кстати, очень эстетично выглядела. В детской-то игре. То есть она заметила, что там чувачок мылся в водопаде. Действительно, так оно и было. Все же мы водопад так используем. Ну конечно, как бы встаешь поутру и омываешься в лучах водопада. Тут постою. Спасибо. Да ради бога. Ну, поехал, значит, вчерашний Ice Climber. Ну там не только. Он там еще ниндзя из любимой игры. Про ниндзя, да? Я уже что-то сам начинаю забывать, как все называется. А кто-нибудь помнит игру на NES, где Ай-ниндзя называется? И ниндзя. Чуть знакомая. Ну, она типа такая, да. Изометрии ходит ниндзя по лабиринту, головоломки там, то что. На NES изометрия. Ну, типа того. Да, какой-то. А, Last Ninja, по-моему. Нет. Да, что-то про Нью-Йорк еще там. А, да-да, Last Ninja, я какой-то. Ай ниндзя, а Last Ninja, да. Он дофига где был. Он, ну, достаточно сложный. Пошел нахер, Рю. Рю, да? Рю. Рю. Это Рю замылил просто всеми и все. А нет, все-таки он здесь появился и сам. Отлично уже. Игра про ниндзя. Вот еще одно замечательное. Ну да, я появляюсь в яме. Отлично, если... Ладно. Но ты все равно его правильно убил. Ты чуть жопой не сел на его звездочки. А у меня бесконечная жизнь теперь, кстати говоря. Ну да, ты же код применил. Ну, они должны быть... А ну, может, их 30. 30. Просто показывает максимум 9. Можно, значит, подыхать и вообще не уворачиваться никогда. Теперь ты можешь любимым делом заняться, просто панковать. Да, просто рковать. А Стингер откуда? Нет, это не трушный босс. Может, этот самый Твинби? Я тоже подумал, но... Сейчас я вам у него нет рук. Рук нет, да? Стингер из игры Стингер, там кол говорит. Логично, наверное. Спасибо, Онху. Я так и думал. Это, что же... Давайте стрелять с тебя, сранец. Мне кажется, стрелять нужно в шарик. В розовый. Какой ужас, что происходит? Это был посос. Отлично. А сейчас будет коричневый град, кстати. Что происходит, ребята? Нас бы такие огромные спрайты не потянуло. Я не стараюсь
Я вообще, мне все через жопу. Я... Коллега, все хорошо. Позорюсь с этого стрима. Это официальная, худшая моя вообще игра когда-либо. Да? То есть это официально заявляешь, да? Ну, за последнее время точно. Ребята, фиксируем время. Это нужно для отчета. Ледяная ракета. Интересно. Как лес с ракетой связан? Он, кстати, не торопится, как вы заметили. Красная икра. Изменить оружие. Самое лучшее оружие. Лососевое. Подождите, красная икра. Она же лососевая, да? Ну, все есть сколько лососевых. Получи урон. Пожалуйста. Все, ура. Так, это слишком огромный урон был. По-моему, на тебя наблевали. Это можно пережить. Так что он проглотил, тем и наблевал. Там даже Артур из Гоблинса был. Петельсон. Не заметил, там что-нибудь из Battletoads было? Нет. А там был Битлджус. Угу. А что это за мужчина? Это негр. Это тренер из этого. Он немного заблеван, кстати, тоже. А, это тренер, я понял. Да, он перетренировал маленького Мака. Он батл тот, где был. О! Ну все, теперь стрим состоялся. Ага. Все увидели Battle Tots. Сейчас будет еще больше рокований, потому что последний уровень это просто... Это жесть. Нига. Нига стал май байк. Нига стал май байк. А Боба стал май нига. Тут, наверное. Вместе с байком. Да. Отлично, спин джеб, хук, апперкот. Оно... Нига стол. Надеюсь, тут управление как в оригинале. Ну, разве что только ты за босса играешь. Да, да. Вниз удар, вверх удар. Ну, по статистике я его должен сделать. Неизвестно откуда Боба. Ну как? За время игры почитали, наверное. Правда, там далеко не ноль должен быть. Отлично. Не продумано. Продуманная игра. Пошел нафиг. В половину ринга. Ты чё? Отлично. Я должен знать тайминги заранее, вот эти все. Быстро он ударит или медленно? Отлично. Забавно, эти звуки делают. Извините, я немного отходил, так. О-о. Просто у него все его движения скопированы один в один с одного персонажа. Какого? Если я правильно помню, его, по-моему, звали как-то... Болт Бул? Ну да. Бул точно. Да нет, тут со многих, на самом деле, посмотрены разные приемы. Не, ну вот, к примеру, вращение руками и удар, это его-то.
Как, в принципе, падение, да и хохо такой же. Оторви ему голову. А вот Рейджи... Нам советует тренер. Очень спортивно. Ринг весь кровью забрызган. Про разные весовые категории это надо говорить тем, кто дизайнил оригинал. Они как-то об этом особо не задумывались. Что такое? А трейджеры здесь прикольные, тем более их здесь несколько видов. Уматно. Только я не выбью, наверное, ни один. Недавно, кстати, на LGDQ проходили с завязанными глазами панчаут. Не получилось панчаут пройти. Два человека соревновались, кто быстрее пройдет. Отлично. Ебанка. Таблетка, пилюля. Какая-то бомба, ракеты и гриб. Замечательный коктейль. Юли, наверное, из Марио. Отлично. Ракеты из Метроида. Почему бы вообще? Угу. Сейчас просто замечательно сейчас будет. Две мясные котлеты гриль. Ой, он вернулся от какого-то удара. Вы представляете? Черт, какого-то. Ох. Все, наконец-то. Прокачали нашу руку. Мне кажется, рука у тебя уже давно была прокачана, да? С самого начала игры. Ультимативное оружие. Power Glove. Угу. Вот это я понимаю, честная, динамика. А то обычно слюни какие-то там, хдыщ. Вот. Просто отрывается башка. Ну вот, нам тренер так сказал, оторви бошку. Плюхи, да? А, так это я понял. Однозначно, ребят. Однозначно. Правом еще первый, кстати. Много боли всем доставляет эта голова пролетающая. Отличная толпа. Какие разные лица. О, кстати, игрушку про рыцаря я играл. Я думал, мало. Wizards and Warriors. Да ну, я даже не играл. А, ну, она так себе корявенькая, но она мне просто попадалась, я в гостях в нее играл, вот и проходил полностью. Вот как же, блин, она, какая она надоедливая. Флагшток, кстати, покрашен, оригинальный очень. Попробую состримить, кстати. Покрашенный флагшток? В игрушку. Ура! Хэппи энд. Все хорошо. Прелесть. Господи. Свят. Добро. Счастье. Особенно изнасилованная русалка, это как раз то самое добро. Конечно. Но судя по ее лицу, она осталась довольна. Угу.
Ниндзя был не очень доволен. Что-то у тебя как-то конец обрезало. Или что-то поставил? Нет, не обрезало. Сам бы за что. Просто так, мне кажется. Скрудж, неплохо. Зубы на бордюр, блядь. У Скруджа нет зубов, мне кажется. Ты думаешь? Там же клюв. Откуда вам знать? Мы орнитологи. Ладно тогда. Почему у Гуфи 2 тогда? Зуба? Нет. Потому что Гуфи не птица. Да. По-моему, собака, что ли? Собака, да? Да. Ясно. Очень странно. Да, ну, в общем, вот такая игра, которая... Зод! Который он максимально нравится, ущербно он прошел. Драга. Последний босс из Best of the Best. Да. Саундвей. Галактус. Галактус. Решили про всех остальных вспомнить. Чё, огненная морковка? Грубым чем-то. Ой, неужели это... Чувак похож на Минбойча. Скелетор был. Из Химена, да, босс? Химен, ну да, это враг. Такие тут все добрые персонажи прям. И под такую музыку. Посмертно просто. Половина из них вообще в игре не было. Я бы сказал, процентов 70 из них в игре. В виде пожарника какого-то. Да, у него шляпа странная. Доктор Браун. Ой, инспектор Гаджет. Би-би-би-би-бим. Они решили обо всех вспомнить просто. Наверное, они рядом прокатывались. Девяного острия. Чё три рвут? Вот такой крал. Гайбраш Трипвуд. Кларк Гризли. Папа Смур. В виде папайя, да? А бабой. Все, пошли. Прогеристы. Кулхацкеры. Еще баба какая-то у тебя. Эй, блин, это Роджер. Какого хрена Роджер на бабу похож? Спроси его сам. Да, что-то тоже спать захотелось. Вообще. Уже 9 часов. Ну, блин, с самого утра-то сидим. Снотворная игра. Никак не знаю. В этой игре слишком крови надо. Столян. Среднячок. В общем, такая игра была, как понимаете, это... Огромная была такая отсылка к... Донди, всему, что связано с 8-битами, и не только. Причем это она вышла довольно... Я не помню, что она вышла. Он, кстати, меня просил упомянуть, что... интересное совпадение есть в датах, что мы вообще начали стримить буквально через несколько дней после того, как вышла эта игра. То есть через несколько дней после того, как вышла игра, появился канал Мутим, что ли, по-моему? Буквально через два дня. Чё нажать? Кстати. Не, бонус гейм это отдельно скачивать надо, покупать даже причем. Тут кое-кто просится. Да, действительно. Чего вы хотите? Секунду. Вон, донейт, 220 тысяч. Чего вы смотрите? Донейт. Да это за... покупать надо, я же говорю. Не поиграть. Да, я говорю, покупать надо. Фу. Кто хочет, тот может играть. Покупать и стримить. 20-10 долларов. Там что-то лютое. Я только знаю, что здесь есть бонус. Этот, квадрат, уровня. Заканчивай. Следующий стример готов. Да, вот такой выбор уровней замечательный. Крутой.
Да, следующий стример готов. Все, зачем его задерживать? Полностью здоровый. Мельстром, покажем потом. Все равно сейчас у меня руки растут из жопы. Я и так прошел гон максимально ущербно, поэтому... Лучше так. Да, ну, в общем, это ностальгичная игра не только для поклонников 8-бит, но и для наших стримов. Ладно, все, сейчас будет амколь. Вот, так что вообще никуда не уходите, даже поссать не уходите, терпите.